Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение сегодняшнего дня, дорогие наши телезрители, это супер цена на мокасины 999 рублей. Вы знаете, мокасины — это та обувь, которую принято называть обувь на века. Обувь и в пиры, в мир и в добрые люди. Обувь, которую вы будете носить и не захотите снимать. Только сегодня эксклюзивная цена и выгода в размере 1200 рублей. Ну и плюс еще три цвета на выбор. Три цвета на выбор. Начинаем мы с коричневого. Этот коричневый уход в глубокую рыжину. Такие модели всегда выглядят очень статусно и очень дорого. Но у нас есть еще два не менее великолепных цвета. Мне очень нравится кремовый цвет. Он повторяет цвет вашей ножки. И, соответственно, такой кремовый цвет будет великолепно, во-первых, удлинять ногу, а во-вторых, он не имеет ограничения по сочетаемости цветов. То есть сочетайте их с любым цветом из вашего гардероба. Итак, сочетайте с любым цветом, сочетайте с любым гардеробовый, кремовый, приятный, мягкий, какие, если бы вы только себе могли представить. Ну и, конечно, наш любимый классический черный, посмотрите, угольный, достойный, глубокий цвет. Мы видим с вами, что как будто бы ажурная вязка присутствует на наших магазинах Барбелла. Ну что говорить, хороши просто-таки невероятно. Итак, самое главное, здесь большая полнота, 8. Восьмая полнота, при этом, которая имеет одно эксклюзивное качество. Благодаря именно высочайшему уровню выработки современной эко-кожи, мокасины подстроятся под полноту от стандартной до 9,5, что я вам чуть позже докажу. Стелька из натуральной кожи внутри мокасин, которая подарит комфорт вашей ноге, а внутри этой стельки скрывается 5 мм вспененного поролона. Это буквально ортопедический матрасик для вашей ноги. У нас невероятный мягкий, мягкости сама по себе эко-кожа. В итоге мокасины принимают форму вашей ступни, а это как раз то, что нужно проблемной ножке. И мне нравится, что наконец-то, Лен, у нас вариация мокасин именно для летнего времени, потому что сквозная перфорация — это, конечно, не только красивый ажурный вид у нашей эко-кожи, это еще и дыхание ноги. Ты знаешь, вот самое важное — дыхание ноги, комфорт, чтобы надел обувь и просто не чувствовал, как будто бы дома комфортно в мягких тапочках. Итак, внимание, давайте правильно сейчас, Наташ, выберем размер. Выбираем точно размер в размер, здесь мы мудрить не будем. Далее наши мокасины прекрасно совершенно подстроятся. И, конечно же, вы будете ощущать полный комфорт. Что еще я хотела бы обязательно отметить, когда мы говорим о такой стильной обуви, как мокасины. Эта модель не выходит из моды. Не зря, как я уже говорила, итальянские модники больше всего любят именно этот вид обуви. Во-первых, универсальность, во-вторых, они знают, что если они купили хорошие мокасины, они совершили самое настоящее вложение в свой гардероб. Именно поэтому я еще раз повторюсь, что я специально для своих клиенток даю рекомендации, что такой обуви, как мокасин, должно быть в гардеробе как минимум две пары, темные и светлые, для формирования разных по стилю и по цвету ансамблей. Слушай, ну отлично, вообще у нас период отпусков, у нас период вдохновения, потому что весна, да, хочется влюбиться в себя и хочется поменять весь свой гардероб. Подскажи, да? Сейчас многие наши телезрители, они меняют, да? Они убирают зимние вещи, они достают сезонную обувь, и что они увидят? Что у них сезонная обувь уже не совсем качественная или ее совсем нет. Вот вам идеальное сезонное предложение. Но плюс, конечно, для нас важно качество. Давай вот мы сейчас обо всем увидим. Качество мы сейчас видим. Это стелька из натуральной кожи. Посмотри, какая фактура. Во-первых, бархатисто-замшевая фактура, которая подарит несравненное наслаждение тактильно. Мы видим поры натуральной кожи. Вот что говорит о качестве. Такая стелька, во-первых, позволит вам надевать мокасины Барбелла не только на колготы или носочки, но летом в жаркое время на босую ногу вы будете чувствовать комфорт. У нас есть специальная вот такая возвышенность для продольного свода стопы. И возвышенность у нас перфорированная для усиленного дыхания ступни, что, собственно,
адреналин в сочетании, в тандеме вот работает с нашей перфорацией, а это значит, что действительно мокасины у нас не только в прохладное время на сменку, не только весной или осенью, когда мы их будем носить с брюками или с юбками, но они подойдут и для теплого, для жаркого времени года. Я знаю, что очень многие женщины, например, летом ходят в офис, и когда они ходят в офис, им нужна, конечно, обувь закрытая, и, например, они предпочитают casual стиль в одежде, но в то же время при этой закрытости необходимо, чтобы их нога дышала. Так вот, как раз перфорация, как я уже сказала, в тандеме с натуральной стельки, с кожаной стелькой, подарит вам комфорт. Наташ, ну, естественно, мы уже ждем, как правильно изменять нам полноту именно нашей ножки, поскольку здесь представлена 8-я полнота. Очень многие наши телезрительницы с вальгусной деформацией, с косточками и с высоким подъемом сейчас ждут. И вот мы вам рассказываем, раскрываем все секреты. Итак, мы сделали замер Марининой ноги. Я хочу показать, что у нас получилось 25 сантиметров, даже чуть больше. Сразу забегая вперед, скажу, у нашей Марины 39 размер ноги. При 39 размере ноги и при объеме самой широкой части стопы 25, мы смело можем говорить, что... Полнота Марининой ноги 9,5. И мы видим, как легко Марина надела наши мокасины. Вообще, как мы замеряем обычно полноту? Вечером после 6 вы ставите свою ножку на пол, берете сантиметр и замеряете окружность своей стопы как раз самой широкой части. От косточки под большим пальцем до косточки под мизинцем. Далее сверяйтесь по табличке. Если запутались, просто сделайте замер. Наши операторы вам подскажут, какая у вас полнота. Да, подскажут, посоветуют. Но единственное, что это можно сделать только сегодня и только сейчас. Цена только сегодня на один день 999 рублей с выгодой в размере 1200 рублей. Завтра цена вырастет практически до 2200 рублей, поэтому не допустите. Удобные, мягкие, боже мой, так их еще и вот так согнуть можно, так что они еще и амортизируются. Невероятное качество подошвы мы проверяем таким образом, что у нас не появляется ни одной трещинки. Во-первых, это ваша устойчивость на любой скользкости плитки. Во-вторых, вот такая именно сгибаемость, скажем так, это помощь вашей стопе во время хождения, потому что ваша стопа при такой мягкой подошве не будет делать дополнительных сгибаний, а значит, не будет уставать. Ну и плюс ко всему, качественное крепление подошвы. Здесь литьевой метод, который сейчас считается самым прогрессивным. Монолитное соединение верха обуви и низа. А это значит, что подошва у этих мокасин никогда не отвалится. Итак, черный, коричневый и бежевый. Какой цвет выберете вы? Но лучше выбирайте сразу несколько пар. Тем более сегодня специальная цена на один день 999 рублей. Мы любим вас, дорогие телезрители!